Первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» открылись в Южно-Сахалинске. В соревнованиях по 8 видам спорта участвуют 28 команд из 20 стран. В составе сборной Уральского федерального округа – тагильские спортсмены. Воспитанники школы Олимпийского резерва «Аист» горнолыжники Всеволод Тагафонов и Ростислав Ахмедиев заняли, соответственно, 7 и 11 места на трассе супергигантского слалома. Представительница спутника Анастасия Шумская стала 23-й в лыжном спринте классическим стилем.